Всем привет! Есть у меня вот такая вот красоточка, и я ее хочу засолить. И хочу поделиться рецептом очень простым засолки горбуши с вами. Рыбку, конечно же, разрезаем и отделяем две филешки. Отрезаем голову. Голову отрезаем не экономно, так как голова и хвост отправятся у меня на уху. Какие шикарные молоки, я их тоже засолю, я люблю. Теперь убираем лишнюю влагу. И значит, из расчета 2 столовые ложки соли и столовая ложка сахара на 1 килограмм рыбки. У меня рыбка была 200 грамм, я отрезала голову и хвост, убрала внутренности, ну и где-то у меня 800 грамм осталось, поэтому я буду брать не целые ложки. Вот так, и сахарочек. Ну, а дальше по желанию, сушеный чеснок или сушеный, чуть-чуть, ой, получилось много. И немного черного молотого перца. Перемешиваю. Все бы ничего, но рыбку-то я еще на филешки не поделила. Голова. Я делаю это вот так, разрезаю. Вот здесь, по спинке. Да, наживай точно, пора точить. Дальше просто рукой отделяю мясо от хребта. Я не профи, я только учусь, поэтому делаю просто так, как мне удобно. Ну, для такого способа, конечно же, рыбка должна быть полностью разморожена. Вот такая филешка получается. А со второй еще проще. И сейчас только остается удалить вот эти косточки. У меня есть пинцет, конечно же, для бровей, но им я пользуюсь только на кухне. И не забываем про молоки. Теперь берем емкость, высыпаем сюда нашу соль, сахар, чеснок, перец, смесь. Раз, отделяем. Берем филешечки и обмакиваем. Одна готова. Вторая тоже готова. И то же самое делаем с молоками. И теперь берем, конечно, желательно сок настоящего лимона. Но у меня лимона не было. И немножечко, буквально по чайной ложечке на каждую филешку. Мне тут нравится. Намазюкали. Накрываем филешкой филешку. Я накрываю крышкой. Если крышки нет, можно пищевой пленкой. И ставим в холодильник на 10 часов. Вообще, в идеале, на ночь. Прошло у меня где-то 14 часов. Рыбка, конечно же, уже давно готова. Пробуем. Вкуснотища нереальная. А дешевле получается, чем в магазине. В 5 раз точно. Поэтому солите дома. Вот такая красота у нас получается. Кстати, я не раз уже слышала, что говорят, когда добавляешь перчик черный при засолке, либо какие-то специи, кроме соли, сахар, то оно дает очень неприятный вкус. Неправда. Вот так она выглядит. А вот так в разрезанном виде. Вкуснотища нереальная. В общем, солите рыбку дома и делайте вот такие вкуснюченькие бутербродики.